Православный календарь. Седмица шестая по Пятидесятнице. 13 июля, понедельник. День собора славных и всехвальных 12 апостолов. 14 июля, вторник. День бессеребренников Косьмы и Дамиана в Риме пострадавших. 15 июля, среда, день постный, день положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. 16 июля, четверг, день перенесения мощей святителя Филиппа, митрополита Московского, всея России чудотворца. 17 июля, пятница, день постный, день страстотерпцев, императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и праведного Евгения, врача. 18 июля, суббота, день обретения честных мощей преподобного Сергия Игумена Радонежского. 19 июля, воскресенье, собор Радонежских святых. 1 желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!